приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас уже, наверное, четвертый день, как мы в Стамбуле. Пришли утром позавтракать в новое кафе. Хочу вам показать, как здесь красиво, интерьер. Такое кафе, открытые окна и панорама на город. Народу, конечно, сейчас в кафе мало. Вернее, даже мы только одни. Все работают, а вот вечером все кафе здесь забиты. Выбор меню, все по QR-коду здесь. Так что вся жизнь телефоны. Кафе Демлик. Даже столы с их фирменным знаком. Смотрите, как здесь подают в кафе кофе с шоколадкой, с водичкой. Это турецкий, да? Да. А вот такой кофе мне принесли. Кстати, какая красота. Действительно, поднимает настроение с утра. Супер. Вот такое обслуживание в турецких ресторанах и кафе. Смотрите, какие дороги. Стамбул на горах. Яичница прямо с пылу с жару в сковородочке. Вообще красота. Такая пицца. А у меня вот такое блюдо. Да, еда здесь супер. И сервис, конечно, абсолютно бесподобный. Наслаждаемся завтраком, а потом идем в бассейн. Внучка уже купается, хотя водичка в бассейне прохладная. Никого еще нет. Здесь как-то после обеда все приходят в бассейн. А мы вот решили с утра сегодня, после завтрака, в бассейн. Внучка вон развлекается, а мы сидим в тенечке, загораем. Кто в телефоне, ну и я тоже в телефоне для вас снимаю видео. С утра у нас в бассейне не было солнышка. Ну как с утра, вот сейчас где-то к 12 начинает сюда бассейн выходить солнышко. И сейчас, конечно, прибегут люди и все здесь займут. Ну хотя, конечно, мест всем хватит. Потому что в нашем комплексе много квартир, и здесь не все отдыхающие. Здесь вот есть люди, которые просто снимают жилье или в своем жилье, ну, живут постоянно или отдыхают. Такие квартиры здесь довольно просторные. Так, кажется, у меня дочка тоже хочет на заплыв. Угу. Ну, давайте, заплывайте. В бассейн большой пошла. А моей внучке тоже хочется. Мама, подожди. Наконец-то она до большого бассейна дорвалась. Так ей хотелось вчера. Но вода холодная. Вот пока мы сидим в бассейне, мои купаются. Хочу с вами поделиться своими мыслями о Турции. Я когда-то в 90-е занималась бизнесом, как многие, в общем-то, бывшие педагоги, так как был период, когда задерживали зарплату у нас в России педагогам, поэтому мне пришлось немножко заниматься бизнесом, и я ездила
в Стамбул закупаться, делать закупки. Ну и был у меня свой магазинчик. Но это так, отступление. Да, этими мыслями я не делилась, и вот сейчас хочу поделиться. Значит, это было где-то, ну, около 20 лет назад, наверное, да, ну, если посчитать, да, там 90 какие-то годы, вот, даже больше 20 лет. И сейчас я хочу сказать, как изменился Стамбул вообще в Турции. Что меня поразило? Ну, поскольку мы с ребенком, это шикарные детские площадки. Еще как-нибудь вам эту площадочку детскую поснимаю. Я снимаю видео, делюсь своими мыслями с вами. Да, мои внучка с внучкой отвлекают, так что извиняюсь. Кстати, в Турции началась молитва. Ну и вот дальше. Значит, детские площадки шикарные. Так, что теперь еще мне вначале прямо привлекло внимание, это чистота. Очень чисто, очень по-современному все. Красивейшие районы новые, новые дома, интересные постройки. В общем, отношения великолепные, сервис на высшем уровне. Дороги замечательные. Ну, в общем, я просто в полном восторге от Турции. Я не знаю, конечно, как везде в Турции. Но вот в Стамбуле я не была уже более 20 лет. И сейчас, конечно, просто под таким приятным впечатлением очень мне все здесь понравилось. Ну, это так, небольшие мои первые впечатления о Стамбуле. И зовут меня купаться, но я как-то так еще не решаюсь. Ну, наверное, сейчас тоже окунусь. Вода холодная? Ну да, вначале холодная, а потом. Вот такие современные, конечно, дома, так классно, красиво, все. Ну, в Турции всегда, в принципе, был сервис на высшем уровне. Мы-то ездили в Стамбул по делам, а так отдыхать ездили в Анталию, в Кемер. И всегда был сервис, конечно, очень и очень хороший, приятный. Вот они плавают. Молодец, какая плывет. Молодец!